Ребята, доброго утра вам, а у нас вечер. Мы вот загрузился я, и сын там грузится, а я еду на океан, на клюкву выставлять пчел. То часть 200 семей везем, часть сегодня развезу ночью. Сегодня на завтра, мне 5 часов только в одну сторону ехать. И плюс, ну, можно спать, может, час-другой вздремну только, и потом уже, когда с утра еще партию развезу, и тогда весь день могу отдыхать, и вечером еще разгружу, наверное, домой уже не поеду, сниму гостиницу там завтра днем, отдохну день, и... После разгрузки ночь посплю, а рано-рано утром встану и вернусь домой. Это будет уже пятница, то работать не получится уже, наверное, в пятницу. Домой поеду отдыхать, там, может, что-то сделаю. А так, немножко это в этом году. Тут уже 3 недели домой только на субботу почти попадаю. То, смотрите, петушков сколько. Разные цвета, какие хочете цвета. Здесь они... Каждый год выращивают очень много петушков. Вон, смотрите, там желтые, оранжевые, синие, белые, фиолетовые, какие хочешь. Чисто занимаются. Картошку продают, как говорится. Клубни. Не картошку, а клубни продают цветов. То вот уже скоро зацветает ежевика. Мед, пруд очень хорошо. Расставляем и супирая, и все. И вот сейчас вот с этого везем калифорнийские отводочки. Вот с этих калифорнийских отводочков мы сделали сейчас еще где-то, наверное, штук, да, наверное, больше, чем 150 штук, наверное, сделали еще отводочков. То там 200 было, что-то подремонтировали, короче. Ну, вроде как бы неплохо так смотрятся отводочки, неплохо. То немножко работы, конечно, много. То вот Богдан, я не касался, я ездил и раздавал, короче, супера под мед. А Богдан с Андреем, они вот все делали. Толик ездил, там своими делами занимался, короче. Ну как, не своими, а пчеловодными делами занимался отдельно. То вроде бы как бы управились вот. Сейчас вот развезем, и вот следующую неделю нам уже надо будет где-то около 600 семей. Около 200 семей мы забрали, а у нас там стоит 700 с чем-то семей. Ну, около 600 семей, 500 семей еще надо будет забрать и развести их уже по диким местам, где они уже у нас будут стоять до самой поздней осени. То... Делов, конечно, очень много, езды очень много. За год вот на всех траках мы наматываем где-то 120 тысяч, короче, майлов. Это 120 тысяч майлов, почти по 200 тысяч километров за год на всех траках мы наматываем. Вот траку, так, 2,5 года, еще нету 2,5 года, а уже... 53 315 майлов. Это так 50. Так. Ну, примерно, я не знаю, примерно где-то около, наверное, около 80-90 тысяч километров, короче, где-то так вот. Это за 2,5 года мы намотали. Только на этом траке. Самое много я на Тойотке, потому что каждый день из дому до Шапа у меня получается 90 майлов. Каждый день 90 майлов, только до Шапа. И потом на эти траки садимся, загружаем и едем, работаем. Ребята, доброе утро. Вот 6.11. Ну, не спал. Утро уже 6.11. Развожу пчел. Осталось там у меня 10 палетов, 40 семей на 2 места еще поставить. Здесь у нас самое много, это новое место в этом году. Дали мне
Здесь 48 семей будет стоять. Холодно, я вот в кофте, мерзну. Надо еще одну кофту одевать. Прохладно, сильно прохладно здесь. Ну, днем показывают, что будет 60, но 15 метров в минуту, наверное, или как там ветер, сильный ветер будет сегодня. Если там 8, 10, 11, это более-менее, а 15 это уже много. Ну вот, смотрите, вот она клюква. Чеками, видите, как она идет? Вон чеки, вот чеки. Все выкошено, ухожено. А, вот они, где они будут стоять. Видите, вон, травка везде покошенная. А здесь, вот солнышко встает, я на восход поставлю их. О, все нормальненько. О, ехали. Здесь у нас получается с этого края и с того края по 12 семей. А в середине там 24 семьи. Посмотрите, какая красота. У меня вот Андрюша, он из Западной Украины, говорит: о, а как растет клюква здесь? Я говорю: вот чеками, как рисовые чеки. Он говорит: о, не, у нас только в лесу, на болотах. Надо каждую там собирать. А здесь они вот эти вот чеки водой заполнят. Там такие, как грабли у них, техника. И, короче, она вся всплывет. Вот эти все поля красные. И потом уже ее собирают, как это, как сетями специальные там собирают их. То неплохо. Молодцы, вот что, вот сельское хозяйство здесь просто развито, конкретно развито. Цвету нету, еще ни одного цветочка не видел, еще рановато, наверное. Ну, может, Бог даст. А нет, вон есть цветочек уже, только-только. Ну, здесь вот что, в основном чисто, я не вижу здесь желтых кустарников. Там, где я уже несколько лет стою, там вот этой желтой акации море, то здесь, наверное, надо будет кормить. Но зато вот здесь уже, вот видите, вот белым, вот ежевика эта цветет дикая, то что-то, может, будут находить. Нет, будем кормить, это не страшно. Ну вот, видите, вот мы здесь выставили 24 семьи, 6 палетов, и с краев по 12. Так что красота, вон коровка пасется, да там не одна еще. Все, поедем сейчас, загружу, пробую вывести тех, там осталось 40 семей. Так, ребята, вот позвонили, то я думал, придется на следующей неделе ездить, приехать сюда. А позвонил Томас, сказал, что можно ему завозить уже будет. То нормально. Лучше я останусь до вечера здесь, отдохну сегодня спокойно, вечером ему 6 палетов только завезу. И все. То, вот она, Грамбери. Это Эрлу завозим. Хорошее у него здесь место. Очень хорошее. Видите, специально сделаны такие трубы, чтобы скотиняка не заходила. Ну, олени, все такое, они не могут по этим трубам. Вот. Видите, вон Котофей Иванович побежал. Чернючий такой, как заяц. Так, сейчас вот здесь вот у нас 2 палета.
поставим. Здесь по два палета, по два палета. А вот здесь вот где почище поставлю. Это я приехал до Дэна. Вот последний, ну как, последний. Думал, что последний, потому что забыл, как имя его. Он должен был, короче, это попросил, чтобы на следующей неделе завезли. Но мы их-то принести привезли. А сегодня Серый, я Серому говорю: Серый, позвони, узнай, что там, а это. Может, обработал он поле. Он мне перезвонил, говорит: пап, да, он обработал, можно ему сегодня поставить пчел. То я вот сейчас это навряд ли успею, потому что уже так 53 температура, где-то градусов 10, наверное. Ну, сейчас посмотрю. Ну, ехать мне, пока доеду туда-сюда. Сейчас вот разгружу и поеду туда, посмотрю, что там. Если они не летают, то я загружу там недалеко. Там майла 3 всего везти. Нормально. А так вот, комик такой хорошенький. Он сам учитель. Это мастерская у него столярная. То трудяги, а не трудяги. Ламы железо сделанные. Ухоженно. Видите, спринклы как работают. Вот у Поля он посадил, видно, в том году, первый год оно будет у его урожая давать. Вот так вот, видите, вот как рисовые ячейки. Постоянно водичка. У каждого свое озеро есть, а у некоторых и по два, по три озера. Видите, вот светофор. Зеленый горит, можно ехать. Я не знаю, правда, в этих озерах рыба есть, нету, не знаю. Пока ветра нету, но сегодня обещают ветер. Посмотрим, вот после обеда, если ветер будет, то они быстро, рано сядут. То часов, может, в 6, если сейчас не отвезу, то в 6 часов загружу. Там по пути, там 3 майла где-то всего везти. Ну, думаю, если все нормально, в час ночи уже в Орвишке буду, там в шапе у себя. Ранняя ежевичка уже цветет. Сегодня еще ночью буду три тачка развозить, но, слава богу, управился. Неплохо управился. Ребята, ну вот этот городок Бенден, Норт Бенден. Посмотрите, красота какая. Везде все желтым, кустарники цветут. Это тоже разновидность акации. Посмотрите, как цветет. Шикарно. И много ее здесь, очень много ее здесь цветет. Везде, везде, везде. И вот так она долго цветет. Вот мы сейчас вот привезли пчел и будем забирать почти через 2 месяца. Вон она. И они еще все будут цвести. Красиво. Посмотрите, какая красота. С
сколько этих кустарников здесь. Есть здесь ежевики много, все. То посмотрим. В том году было очень-очень хорошо. Они метку поднесли так нормально, всю вощину пооттягивали. То мы довольны. Именно здесь такое бешеное развитие. Вот по 5 рамок привезли пчелы, плюс вощина. Ну и эксперименты тоже делаем. Один корпус, сетка, геймановская решетка. И плюс два супера сверху. Ну, магазины. Посмотрите, какая красота. Смотрите, все. Полностью везде, везде. Куда бы ни глянул. В любую сторону. Красота. Сейчас V-Station будет. Вот проехали V-Station. Посмотрите, какая красотища. Я говорю, здесь такое развитие. Просто бомба. Конкретнейшее развитие. Но у нас вот вот эти вот отводочки, которые мы сделали в Калифорнии, мы их выставили на опыление груши и поделили пополам их сейчас. И вот привезли, выставили здесь. И они поднимутся, будут два корпуса полно пчелы и еще. Вон, смотрите, какая красота. Хоть слева, хоть справа. Супер. Осенью мы их поделим пополам и будет нормально. Не осенью, а в августе месяце, в начале августа. Смотрите, какая красотища-то. Вон, посмотрите, какая красота. И вроде бы погодка здесь тоже. Сейчас вот смотрю, 10 дней, никаких дождей нету. Температура 60 и выше чуть-чуть. Ну, это нормально. 60 и выше, это нормально. И сегодня ночью температура была 52, вот так вот, а это где-то градусов около 10. До 9 утра я все возил пчел. В 9 часов закончил. То нормально. Вот на этой площадке вот мы сегодня разгружались. Отсюда забрали. А те, я не думал, что это. Там 6 палетов. То думал, что через неделю приеду завести. Так что все нормально. Смотрите, какая красота. А вот это он пробил, короче, это дорогу и сделал новый чек. Не было, короче, это здесь клюквы. Это он сделал вот. Смотрите, красота какая. Вот кустарнички. Вау. Красивые. Посмотрите, особенно. О, горит, горит, аж горит. Особенно вот эти вот. Посмотрите, они вон. Красным оттеночком таким, шикарнейший ветер, ветер, стабильный ветер здесь. Редко бывает, что какой там никакой день, что ветра нету, а так постоянно почти ветер. Вот подождем, пока пчелка сядет, загрузим и домой. Ну, наверное, думаю, если все нормально, в час ночи должен попасть. И то не домой, в ШАП. Домой завтра только. Вот почти 3 недели вся в ШАПе, только на субботу домой. Так, вот маленькая пристань. Такие небольшие лодочки или яхты, лодки, наверное, чисто рабочие лодки стоят. Это городок, как же он называется, Кусбей, наверное, правильно. Так чистенько все. Вот что мне нравится, вот насчет чистоты здесь молодцы. На Тома. Это вот банк Wells Fargo. То я не знаю, что за здание.
Здесь по городу 30 майлов спид лимит стоит. Бензин 4.18. Это регуляр. 4.46. Это, не знаю, там, короче, 4.60 и 4.24 солярка вот стоит. Вот так вот. Такой небольшой городишко. Я не знаю, может, 10 тысяч населения всего. Не больше. Эти цветочки, все дела. Бездомный пошел. Вот время 7.42. Думаю, как раз я засветло доеду до поворота уже на пятерку. Со 101 сворачивать буду. Так вот. North Bend. Welcome back to North Bend. North Bend. Возвращайтесь назад. North Bend. Вот такой красивый мост. Его не так давно реставрировали, вот пару лет его реставрировали. А это уже идет залив и океан. Здесь вот у них аэропорт. Вот он с краю сразу. Железо сделанный мост. Красивый. Очень красивый. А вон песчаные дюны. Там приезжают кататься на форвиллерах, на таких машинах специально. Смотрю, полицейских больше стало. Раньше, короче, вообще. Вот 2-3 года ездил, вообще полицейских не видел. Особенно после БЛМ. Ну вот после ковида и БЛМ. То, а сейчас смотрю, и там, и там. И вчера ехал, были полицейские. То активировались. Красота, красота. Смотрите, красотища какая. Белый-белый песок. Ветер, сильный ветер сегодня дует. 14. Это много, очень много. Вон волняшки. Такие не сильно большие, но нормальные. Ребята, вот заехал я, где олени ходят. Вон, видите, они, машина аж остановилась, на дорогу выходит. Здесь их очень-очень много. Здесь их никто не трогает. Вот это все. А вон рога только лезут. Вон, посмотрите, какие красавцы. Редко так бывает, что это. Они обычно подальше. Посмотрите, какие красавчики. Там сколько он. Посмотрите, какое стадо большое. Вот они пасутся. Вон лежат, отдыхают. Трава высокая, только голова торчит. Красиво, очень красиво. Раздолье им здесь. Никто их не трогает. Все, вот еще мне осталось 3 часа ехать. Это, видите, вот специально сделали площадочку. Кто хочет посмотреть на оленей, туалет вам, пожалуйста. Все дела чистенько, порядок везде. Вон, смотрите, идут, какая стая. Там канальчик, и вот они, видно, на водопое были. Вот здесь
вся хистори, вся история их. Что здесь есть? Уток, гусей много, пеликаны. Вон, посмотрите, какой рогач, красавец. О, идиот. Красавчики. Такая высоченная трава, а вон еще один рогач идет. О, там два даже, три. Видите, здесь мы любуемся ими. Какая красота. Ничего не боятся, молодцы. Вон. А здесь вот с той стороны, это уже это речка здесь вот идет. И здесь она очень широкая. И она так тянется и вплоть до ручья. С ручейка начинается, а здесь такая широкая. Вот видите, сделаны специально скамеечки. Чисто, наблюдает за порядком. Это все государство. Налоги вот мы платим. И вот с этих налогов все идет на парки, на все. Здесь вот в парк заехать, там и барбекюшницы стоят. Чистота, порядок. Гарбички везде стоят. Ты там что-то приготовил кушать. Пожарил, все-все, потом за собой убрал. Вот видите, мусорки, тоже туалет. Вон там она, беседочка. Красота. Здесь вот чуть-чуть вот насчет этого мне очень-очень и очень сильно Америка нравится. Порядок, во всем порядок. Вот она речка. И она так, здесь видите, какая широкая. А там она вообще узенькая-узенькая. А здесь вон какая широченная. Она уже в океан впадает. Так, ну все, пока. Вот ребята мост новенький сделали. Наверное, 2 года делали его. Красивый мост. Раньше он туда дальше шел. Тот они полностью разобрали. Железный был мост. Красивенький он, посмотрите. Речушка. Уже поуже намного идет она здесь. Хороший мост сделали. Даже и признаков не осталось, где был мост. Уже вечер, у нас уже 8:45, почти 9 часов. Ну, на пятерку фривей я не успею выйти засветло. Ну, полпути проеду.